Добрый день, друзья. Сегодня залез на YouTube и увидел кучу обзоров EDC и решил принять участие в этом безобразии тоже. Ну, буквально все, что у меня есть по карманам. Ну вот первое, кошелек. То есть кошелек как кошелек, ничего особенного, кожаный кошелек. Но не считать этой вот штуки, которая лежит здесь с тех времен, когда у меня еще не было Leatherman. Это карта выживальщика, здесь 11 различных функций она выполняет. Как она их выполняет, тоже другой вопрос. Дальше. Зажигалка, так я человек курящий. Ну, обыкновенный платок. Носовой. Телефон. То есть это LG KP500, обычная звонилка, ничего больше, без претензий. То есть то, что надо. Позвонил, ответил, все. Это то, что у меня в кармане лежит постоянно. Единственное, что я меняю часы. Потому что если по работе я еду куда-нибудь за город, в деревню, в глушь, где нет ни дорог, ни одни направления, я одеваю вот эти вот часы. Это фирма от фирмы УЗИ, производитель фирмы Кэмпко. И на карман вешаю что-нибудь такое. Либо это Enlan EL02, либо это Enlan EL06. Достаточно большие ножи. Редко беру с собой Magnum Fire Depth. Ну и, конечно, любимая мной крыса. То есть это то, что я беру, когда по работе уезжаю за город. Так. Если же я тусю в городе, кто-то предполагает хождение в костюме при галстуке, в местах, где стоят разного рода рамки, большим ножом не показываешь, тогда я одеваю вот такие вот часы. Это Orient, японская фирма Orient. Ну и к ним что-нибудь такое небольшенькое. Sanren 763. Либо вот эту вот Сибензу для бедных. 710-ку. Так, это то, что было по карманам. Теперь то, что я ношу с собой. Так. Остальное свой DC я таскаю вот в этой вот сумочке от фирмы Maxpedition. Fatty Pocket Organizer. Это у меня такой вариант на более-менее теплое время года. То есть зимой я ношу обычно тоже Maxpedition и сумку Fatboy. Так, ну я знаю, что многие сейчас на такие скажут, ну такая большая сумка наполовину пустая. На что спешу ответить словами широко известного в узких кругах Морса Качински, что чем больше ты знаешь, тем меньше вещей тебе нужно. Так, что у меня здесь? Поехали. Это зеркальце двухстороннее, на всякий случай. Пропуск, удостоверение администрации за место паспорта. Тактическая ручка УЗИ. Мультитул от Leatherman. Скелетул. По мне, так в условиях города больше не надо. Лезвие наполовину плейн, наполовину серрейтор, открывашка для бутылок, конуш карабин, острогубцы, плоскогубцы, кусачки и отвертка. То есть здесь две отвертки Philips и две плоских отвертки. Это все. Теперь что у нас внутри? Так, внутри у нас, так я человек курящий, сигареты, плеер Sony Walkman, он же флешка на 2 гига, гарнитура к плееру, разного рода дисконтки, медикаменты. Ну, про медикаменты углубляться не буду, тут у каждого свое. Единственное, что все это лежит в приформе. Очень советую, у кого есть возможность, найти, купить, выменить. Обалденная вещь. Твердая, герметичная. На приформе тут же резинка. На всякий случай. Так, флешка на 16 гигов. Где-то здесь примерно 1,60 м паракорда намотана. Фонарик Maglite мини. Так, ключи. И здесь около 3 метров паракорда.
Тут какие-то снился страховые. Здесь у нас телефон аварийный. То есть телефон постоянно выключен, но с полным аккумулятором. Разрешение, сертификаты на крысу. И вот тот нож, который у меня с собой. Пластыри. Космопор очень рекомендую. Есть стерильные, а есть нитратом серебра. Обалденная вещь. Ну и различного рода спиртовые салфетки. А, и запасная зажигалка. На всякий случай она мне лежит. Мало ли вдруг пригодится. И также вот здесь вот. Воткнуты у меня две булавки. Могут пригодиться. Иголку с ниткой я считаю носить нецелесообразно. А булавки почему бы и нет. Это небольшой набор, как бы он раньше был намного больше, но потихонечку он уменьшался и уменьшался. Осталось только то, что реально надо, то, что реально используется. Единственное, что еще ни разу не использовалось по прямому назначению, так это вот эта вот тактическая ручка. То есть пока что она у меня использовалась именно как пишущий инструмент. То есть, а как оружие самообороны, я ее еще ни разу не использовал. И надеюсь, так это и останется. Спасибо большое за внимание. До свидания.